Ви кажете, що вам пропонували. Ви приїхали, вам пропонували. А чому? Ось, чи можете ви розповісти про свої внутрішні мотиви? Що це було? Ну, Україна для мене братський народ. Я дуже хорошо к ним отношусь. Тобто я смотрел, как начинались все эти события на Майдане. По возможности я несколько раз приезжал на Майдан, то есть участвовал еще в тех событиях, которые там происходили. После этого по своим семейным проблемам не мог приехать на войну, то есть, но потом уже собрался, и чуть более года назад, ну, я приехал уже помочь. Я посмотрел, что это все затянулось, что там действительно война, страх, убивают мирных граждан, и решил, что надо выступить за територіальну цілісність, допомогти Україні в цій війні. Коли б це була не Україна, інша країна, коли б це була, наприклад, Польща? Я думаю, що однозначно я приїхав би і допомог. Чому однозначно? Бо це... З яких ви виходите метою? Бо це війна і треба допомогти комусь, бо у вас переконання особисте є? У нас, ідея, у нас віка були совместні історії, ми жили в одному государстві, поки не прийшла імперська Росія. Тобто і поляки, литовці, украинцы, это мои братья, и, то есть я в любой случае бы приехал бы помогать, когда бы у них были проблемы любые. То бок для вас ситуация была вельми ясная от самого початку, и вы обрали бок. Я знаю, что такое Россия, ее имперские амбиции. Я учился недолго на истфаке, то есть, ну, я историю хорошо знаю, и я прекрасно понимаю, что такое имперская царская Россия, для которой только ее аппетиты и самое интересное. Больше поглощать и ассимилировать другие народы.